Что бы тебе написал, будущее своим сверстникам? Сейчас, ну, гулять во дворе, это все равно лучше, чем сидеть в интернете и добавлять там подписчиков каждый раз. Я бы отправила своим сверстникам, что будьте добрее, имейте множество друзей, которые вас всегда поддержат и никогда не предадут. Ну вот расскажи, что бы ты хотела сообщить своим ровесникам в будущем? Я бы хотела сообщить ровесникам в будущем, чтобы они проводили больше время не ВКонтакте, не в Твиттере, а на улице. Хотя, в принципе, сейчас мы все такие же. Может быть, у них позговорчивые будут чиновники, которые будут с легкостью давать интервью. Чтобы меньше было бензина и газа, чтобы машины ездили на батарейках таких. В прошлом намного лучше, чем в будущем. Я хочу предложить, надо больше учиться, если вы будете учиться, вы добьетесь всего. И надо тоже гулять с друзьями меньше и сидеть в интернете. И тогда у вас все обязательно получится. Верить в будущее. Побольше друзей иметь. Вот это вот герой. Самое правильное. Побольше иметь друзей. Они примут как должное это. Потому что мне кажется, что в будущем все народ будет талантливый. И они это воспримут как-то. Вы начинаете, молодцы.